Всем привет, меня зовут Рустам Янбеков. Я танцовщик, хореограф, постановщик и руководитель танцевального проекта «Клетка». Мы будем показывать небольшую постановку на стихотворение Рахмана Кусимова «Крепкие» и на музыку Джона Кейджа. Стихотворение об одиночестве в толпе, на мой взгляд, очень актуальная тема, потому что каждый человек рано или поздно ощущает себя одиноким, даже где-то вот в окружении толпы, друзей, псевдодрузей. У меня всегда одно послание зрителю. Смотрите, понимайте, думайте не шаблонно, ищите что-то для себя, что-то полезное, что-то неполезное. И высказывайте свое мнение, пожелания.